Деловая конструктивная размова. Менавіта так визначили формат встречи и удельники. Тем для меркования шмат, тем больше, что охова границы клопот не только пограничников. У зале представники органов улады, силовых ведомств, мытни, лесной господарки, дорожной службы и полесского державного градации на экологичного заповедника. Сегодня по его территории проходит больше 100 км державной границы. Разом с тем, по причине высоких уровней радиации, на некоторых территориях постоянная присутность пограничников просто немогчима. Покуль тут выкористовываются оперативные бригады и фотопастки, что позволяет выявлять порушальников. Але этого недостатково. Вырешать проблему меркуется перш за все больше широким укоренением техничных сродков. Наиболее эффективной мерой в охране границы на зараженной местности считаю возведение там инженерных сооружений и заграждений. Инженерное оборудование границы в зоне отселения и отчуждения позволит контролировать состояние границы и будет препятствовать пересечению границы, особенно важный момент, это транспортными средствами, на которых может доставить в нашу страну боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные средства террора. Техничным сродкам контролю на границе сегодня надается все больше значная увага. А проча пересовных пунктов у пограничников контролировать завоз на территорию Беларуси радиоактивных речев теперь будут еще и специальные стационарные системы. Зараз их установкой занимается мытный комитет. Это же ведомство укореняет и еще одну систему автоматизированного видеоназирания. Теперь у пунктах пропуска будут иметь всю необходимую информацию еще до того, как автомобиль приедет сюда. Запланированы к реализации в пункте пропуска нового ГУТа. КАП, так называемая автоматизированная система считывания номеров и внесения ее автоматически в базу данных, которую могут использовать при пропуске товаров и транспортных средств все службы, расположенные в пункте пропуска. Новая и модернизованная зброя, бронежилеты, спецтехника, системы ночного бачення у рамках семинару по питаниях реализации державной пограничной политики его удельникам демонструют практически весь арсенал пограничных подразделений. Ситуацию на границе нельзя назвать неспокойной, але спробы провоза на территорию Украины наркотиков, зброї и вибуховых речев не спиняются. Серед порушальников законодавства так само нелегальные мигранты и громадяне соседних країн, которые занимаются контрабандой от перевозки цигарет до несанкционированного сбора грибов и дикорослых яр. Бронированная разведывательно-дозорная машина, хуткость по шаши каля 100 км в годину. Сбегать от нее увогуле немогчимо, бо тут есть еще и два кулеметы с дальностью стрельбы до 2 км. Хоть и человечий фактор своего уплыва не страчивая, за 9 месяцев этого года пограничники, мытники и представники силовых ведомств провели на границе больше 100 суместных специальных операций, подчас каких только товаров конфисковано амаль на 3 миллиона рублей. Хоть тут есть над чем працевать, уже 5 годов денежут республиканские и региональные координационные советы. Але непоразумение помеж ведомствами, которые вершают огульную задачу, все еще возникают. Подчас нарады у Мазари об этом казали так само. Существует ведомственная разобщенность. Каждое ведомство варится в собственном соку. Каждое ведомство внутри себя эти проблемы таит, не понимая о том, что если мы сообща вместе будем решать проблемы, то даже, правильно было сказано, даже невыполнимые задачи можно выполнять. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.